Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» приветствует вас. У нас сегодня в рендзоне автомобиль Mazda CX-7 2010 года выпуска. Пробег у автомобиля 142 тысячи километров. Автоматическая коробка с бензиновым мотором. Машина пришла на замену турбокомпрессора. Автомобиль очень сильно дымил. При осмотре выявили, что в моторе масло практически отсутствовало, то турбина качала на себя масло. Сейчас происходит замена турбины. Демонтирован весь пластик, демонтировано жабо, мотор стеклоочистителей, аккумуляторная батарея, корпус воздушного фильтра, турбина стоит в задней части мотора. Двигателя отсоединена там приемная труба. Вот это новая турбина. Сейчас будет процесс установки. Перед тем, как установить турбину, еще промоем всю полностью систему. Масляные трубки подачи на турбину воздуха. Ну и, соответственно, сам интеркулер тоже промоется, прочистится. Время, потраченное на ремонт, составит 8 часов. Сумма ремонта 10 500 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца. При этом несем полную материальную ответственность за выполнение всех проведенных нами ремонт и рекомендаций. Если у вас возникают какие-нибудь проблемы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, будем решать проблемы вместе. Спасибо за внимание, удачи на дороге.